Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 1 сентября этого года в России начнут действовать новые правила установки камер фиксации нарушений ПДД. В законе, в частности, обозначен перечень мест, где допускается размещать комплексы – перекрестки, пешеходные переходы, полосы для общественного транспорта. Кроме того, речь идет об участках автотрасс, на которых регулярно случаются ДТП. Что касается передвижных камер, то на них возлагается задача оперативного регулирования дорожной обстановки на том или ином участке. Например, это места ремонта. Причем камеру следует убрать, когда ремонт завершен. Трасса 101. Китайский Чинган вскоре привезет в Россию конкурента Лады Веста. Цены на седан Алсвин будут начинаться приблизительно от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Комплектации предложат две. В базовой будут присутствовать две подушки безопасности, АБС, электроусилитель руля, светодиодные дневные ходовые огни, 15-дюймовые легкосплавные диски, кондиционер, круиз-контроль и так далее. Мотор бензиновый объемом 1,5 литра мощностью 107 лошадиных сил. Трансмиссия – пятидиапазонный робот. Трасса 101. Утром был на одном автомобиле, а вечером уже на другом. Своем, красивом, комфортном и надежном. Возможно ли такое сейчас, когда на первичном и на вторичном рынке легковых авто царит дефицит? Возможно. Подробности у маркетолога компании «Моторэксперт» Кристины Баженовой. Вы приезжаете в «Моторэксперт». Наше отдел оценки оперативно оценивает ваше авто по 90 параметрам, предлагает вам сумму за ваш автомобиль адекватную. Далее вы можете с менеджером подобрать по вашим параметрам уже следующее авто, а также оперативно оформить другой автомобиль. Основной плюс в том, что вот здесь и сейчас. Если, допустим, продавать самому, может занять месяц, может больше. Да. Далее подбираешь себе автомобиль, ищешь в другом городе, в этом городе. На фото одно. Приезжаешь, там что-то с ней не так, уезжаешь. А здесь все наглядно, все стоит на одной стояночке. Ты стояночку обошел, все машины посмотрел, открыл, прокатился в том числе. Существует у нас кредит, 7 банков-партнеров. Оформить кредит можно по двум документам: паспорт с НИЛС, либо водительское удостоверение. Мотор-эксперт находится в Кирове на Московской 172. Телефон 623-300. Сайт motor-expert43.ru. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101. До свидания. Трасса 101.